свободном режиме, точнее, быстром перемещении я вернулся в лагерь, сделал тут кое-какие дела, разобрал шмотки, в принципе, ничего нового, я не нашел семена для выращивания припасов, для там морковку и прочее, у меня ничего этого не было, почему-то. Ну ладно, моя задача сейчас... Отправиться туда. Да, я смотрю правильно, но проблема в том, что дорога, похоже, ведет только через мост. Ну, либо садиться в робота и двигать в роботе. Ух ты, кто-то оставил готовый завтрак. Потому что через воду, я думаю, я не пройду. Надо попробовать. В третьем Fallout'е, по-моему, была радиация в воде. Хотя я же там ходил по воде, и все было нормально. Офигеть. Тележка. Что-то новое. Так, давайте проверим. Нет, нормально все. Все отлично. С радиацией... проблем нету. Кстати, да, я разобрал дробовик, потому что он весил отвратительно много. И вместо него оставил карабин. Нужно его потестить. Ну чё, на один патрон, что ли? Ну, честно скажу, карабин меня немного разочаровал. Он мало того, что допотопный. Перезарядка очень долгая. Да ладно, оставь его. Псина. Мы исследуем этот мир. У нас задание, вообще-то, как бы частично исследуем, частично задание. Урна для мусора. Шашлык из белки, ух ты, прекрасно. Так, куда мы идем? Цветок морковки взят. Так, откроем карту, глянем, и нам надо сворачивать налево. Можно было, конечно, идти по дороге. Что-то здесь красное. А, он за деревом прячется. Я же в него стрелял. Можно было идти по дороге. Что это? Какая-то заначка. Скипидар. Тут белка. Охренеть. На тебя крысы напали. Подлые твари. Опять? Теперь на меня, да? Внезапно, если честно. Неожиданно вылазит. Тут дом. Опять. Ну-ка, нахрен пошли. Золотые часы. Так. Вдоль города я шел, когда вдоль гор. Дикий мутафрукт, ладно, пойдет. Наверху был домик или домики. Так вот. Вот они, да. Только здесь ничего живого нету. И они вообще закрыты. Офигеть. Кто-то я его уже добил. Пойдет. Мясо чье-то. Патроны. Нож мне не нужен. Что здесь еще есть?
Дома закрыты. Причем все. Да, заколочены. Не, ну я так не играю. А, вон, похоже, мне туда. Или даже правее. Да, туда. Не, можно реально пройти по дороге. Может, даже здесь домик какой-нибудь будет открытый. Закрытый. Закрытый. Тот тоже заколочен. И этот заколочен. А вон тот, по-моему, открытый, да? Да. По-моему, он открыт. Но тут уже все мертвы. Кто их убивает, непонятно. Собака мешается. Крышечка, бутылка из-под ядер колы. О, сейф. Легкий. Пойдет. Сломал. Еще левее. Нет. Понятно. Yes. Патроны, деньги, пистолет ни о чем. Патроны, патроны. Часы возьмем. Я что-то перестал собирать все подряд, потому что это уже как-то и не нужно. А если нужно будет, то я вернусь. И заберу то, что оставил. Какой... Опа. Это кто у нас? Бандит, не бандит? Хотя, учитывая, что здесь рейдер дохлый валяется, это может быть и не бандит. Вон еще один рейдер. Ну, рискнем. Кто же ты? Поселенец. Why? Are you threatening me? Nah, nothing like that. It's just, well, I think I... Забавно. Okay. Maybe it was three cans. Seemed pretty tasty at first, but now it's got my guts all in a twist. And, well, you can probably smell it from there. Long neck Lukowski's canned meat my ass. Long neck Lukowski's canned poison more like it. Here, have the rest of it. I'm never touching the stuff again as long as I live. Assuming I live through the day. Ugh. And if you happen to see that Lukowski, tell him I hope he dies in a gun. За консервы. Sorry. Probably better if... Да, все райдеры, похоже, передохли от этого. It's about to get kind of messy. I'm really sorry about the smell. А, я, чувак, ты... Stomach's just been a churn since I ate that damn can of meat. Ты не хочешь ко мне поселить? Не, нафиг ты нужен, там все передохнут от тебя. Реально тут... Что-то... Поселенец мертвый. Похоже, они все-таки не выдержали... этой вони. Крышка, патроны. Опять немножко FPS проседает. Нужно ждать патча. Обидно, конечно, что так вот выпустили игру. Да, она получилась отлично. Дыр не видно, в принципе, как это было в предыдущих частях. Ну, я имею в виду еще про серии TES. Там... Хотя, это еще начало игры, все предстоит увидеть. Наверняка найдут баги, дыры, гличи, все что угодно.
Баги и кличи, в принципе, можно сказать одно и то же. Так, ну ладно. Раз он не хочет поселяться со своим запором, пойдемте дальше. Какой-то звук был, как будто какой-то ишак смеялся. Аптечка. Очищенная вода. А, это собака наверняка скулила. Поскуливала потихонечку. Во, здесь какой-то лагерь есть. Но я еще не дошел до нужного места. Опять я не дошел до нужного места. Надеюсь, здесь живут не бандиты. Надеюсь, здесь вообще никто не живет. Это карьер. Пусто. Типа плотина какая-то, что ли? Симпатично, да, симпатично. Не поспоришь. Красота. Татуированные татуировки. Новая татуировка для лица. Ух ты, прикольно. Основная база. О, стимулятор. Даже не знаю, сходить туда, что ли, что там плавает. Там что-то это... активно так копошится в воде, что мне даже идти страшно. Ты что, тоже поселенец? Ты тоже, что ли, сидишь здесь, травишься? Попросить денег? Что, значит, не отправил? Удачно? What do you need help with? The pump isn't in top shape, but it should at least start. There must be some leaky connections flooding me out. Think you could fix them? The leaks will be underwater. Look for bubbles, and you should find them. Да, вот это те пузырьки, похоже, про которые я говорил. Подозрительные такие пузырьки. А, я надеюсь, что там мне жопа не настанет. Но все-таки это очки опыта не лишние. Лишний опыт, он же ведь не лишний, да? Ай, стрёмно как-то прыгать в воду. Искать пузырьки. Ну, я одни видел, да. Вон одни. Ладно, пойдемте вниз спустимся, попробуем. Надеюсь, там никакая рыба не плавает. Вон вторые вижу. И вон, похоже, третьи. Собака, ты со мной? Сейчас сохранимся. Охренеть! Фу, у меня костюма нет от радиации. Мне ж еды столько не хватит. Не, давайте на потом оставим этот квест. А вот там проход. То есть надо воду откачать, чтобы проход открылся. Начинается. Пойдемте сходим, вернем амулет. Медальон, не знаю, что там. А потом уже вернемся, попытаемся. Да может даже от радиации какой-нибудь комбинезон найдем.
все может быть. Все может быть. Мел. Найс. 34. Че он весит? 4,8. Даже не знаю, 5 килограмм целых. Давайте возьмем. Терминал использовать. Добро пожаловать. Так, журнал. Воспроизвести запись. Журнал поставок. Не, мне это не интересно. Отличное место с подходящей командой. Держать оборону можно без проблем. Торговцы проходят достаточно близко, чтобы стать легкой добычей. Но достаточно далеко, чтобы нас не обнаружили. Только вот затоплено тут все нахрен. Еще бы. Иначе было бы слишком идеально. Тот громадный дренажный насос вроде не поврежден. Если повезет, он даже работает. Завтра я осмотрю его получше. Похоже, не осмотрел. Неа, не все так просто, но насос не в таком уж ужасном состоянии. Надо бы сходить за инструментом, но уже поздно. Сегодня вечером еще повожу с ним, а утром отправлюсь в путь. Теперь все пойдет легче. Хорошо, кувалда есть. Хотя тащить ее сюда было охренеть как тяжело. Все крепко приржавело. Приржавело, да. Но пара хороших ударов кувалды решили эту проблему. Но какие жуткие звуки были при каждом ударе. Честное слово, такое ощущение, что там внутри кто-то есть. Может, там реально какой-нибудь здоровенный зверюга сидит. Почти все подключено. И залатаны все утечки, что удалось найти. Вернее, те, что над уровнем воды. Учитывая все эти звуки, что оттуда раздаются, я туда и шагу не сделаю. Пожалуй, вернусь обратно и притащу сюда одного из новеньких. Заставлю его этим заниматься. Что-то мне уже как-то... стрёмно туда лезть. Нет, там реально сидит кто-нибудь здоровенный. А я тут ломиться буду. Оставим на потом. Все-таки я пошел по другим делам. Ах да, оружие проверить. Карабин, по-моему, я там нашел. Оружие. Нафиг. Весит дофига. Так, по-моему, мне сюда. Да, налево, налево. Нужно что-нибудь съесть. Стейк из когтя смерти. Дофига восстанавливает, нельзя тратить его. О, вот это можно. 9 радиаций, охренеть. Сдохну скоро такими темпами. Насколько помню, здесь рейдеров должно быть много. Меня сюда не просто так послали. Сказали, отправляйся. Там уже стреляют. Но не в меня. Надо сохраниться. С кем он там воюет, а? А, там собака.
Так, меня заметили. Откуда стреляли? Сверху. Один снизу, двое сверху. Чё там, собака что ли скулит? Да, все-таки пробил через решетку, а ведь раньше это никак не работало. Сколько стрелял? Че, отвертка? В тостере? Замечательно. Что-то ничего интересного нету. А, у нее красная бандана была на шее. Мясо дутня пойдет. Надо уже что-то делать с этим мясом и прочим. Место занимает. Водка. Собачьи консервы. А, собака. Что у тебя есть? Да, кстати, у меня валяются без дела коктейли Молотова, которые надо бы начинать тратить. Ну, наверное, сейчас в этом, в убежище этим займусь. Главное, себя не поджечь. Так, ну что, заходим. Грязная вода, зажигалка, винт, зажигалка. Понятно. Ну что, пробуем? Пойдемте. Очередное подземелье или что-то вроде того. Кстати, у меня ведь ключ от каких-то складов так и валяется. Я все про него вспоминаю, но не знаю, где его искать. Надеюсь, что в будущем все же найду. Блин. Обезвредить. Кристалл, предмет взят. Отлично. Что ты скулишь? Все нормально будет. Сейчас только терминал взломаем. Так, требуется пароль. Сермон. Давайте попробуем. Сермон, сходство 0. Кули, сходство 1. Ноубоди, сходство 0. Ага, зря я ноубоди выбрал. Так, отменяем. Попытка номер 2. Бандл, давайте возьмем слово. А вон гайды. Сходство 1. Можно бандл взять. Нет. Значит, это не у. Это не подходит. Дутиес, может быть, это дутиес? Сходство одно, нет, не оно. Еще одна попытка. Скрин. Одно сходство. Ангелс. Четвертая буква Е. Да, она. И еще какое сходство может быть? Моделс? Нет. Давайте возьмем Майти. Сходство 0. Твенти тоже не подойдет. Губы, да?
0. Simply не подойдет. Choice. Тяжко стало. Тяжко. Result. Heights. Rounds. 0. Stupid. 2. Если stupid. Кстати, это не буква U. Третья буква отпадает. Это может быть, значит, 5 букв. СТ первый ищем. Scared. СД. Две буквы повтор. Да. Журнал входа в систему. Чё так много-то? Ладно, спасибо. Офицер штаба по вопросам безопасности будет менять оборудование в ближайшие месяцы, однако это не означает прекращение работ по обслуживанию. Продолжать работу в штатном режиме. Не, не хочу это... Ой, не, надо было прочитать. А в нижнем хранилище необходимо провести обработку от паразитов, а именно тараканов. Дезинсекция начнется в 9 часов 25 октября 1977 года. На протяжении процедуры весь персонал обязан освободить нижние помещения. Из-за высоких объемов трафика по перехвату сигнала на территории будут присутствовать офицеры, разведки для до дальнейших распоряжений. Им понадобится добыт в центр разведки. Да, ничего полезного. Только тараканы внизу, да, это все, что я узнал. Внимание, доступ в центр разведки строго запрещен офицерам разведки, аналитикам и старшим офицерам. Нарушители будут отправлены под трибунал. Хорошо. Короче, я взломал терминал, но он мне ничего не дал. Такой вот грустный терминал. Че там злишься на кого? Стрёмно. Шум поднимать пока не надо. Собаку увидят, и все пропало. Собака, спрячься. Тут мертвые все, нет? Этот мертвый. Этот мертвый. Тс. Тс, псина. О, я мыло взял. Да неужели? Да военные деньги. Ух ты, военный сундук. Что это? Штыковой. Гладкоствольный. Нафиг он мне нужен? Я, кстати, так и не прикинул, не посмотрел, можно ли вытаскивать с оружия апгрейды, чтобы потом в другое оружие их воткнуть. Это что такое? Ядерный мини-заряд. Вас будет труднее обнаружить в режиме скрытного перемещения. Замечательно. Кухонное полотенце. Чё тебе надо, а? Шавка. Сейф. Минус одна. Да ладно, у меня их полно. 32 штуки. Я помню, в Скайриме часто приходилось сохраняться, когда оставалась одна-две отмычка. И потом загружаться, если вдруг сломается. Вот это да, это было нечто. Блин, я пистолет взял. Но места не так много, чтобы с пистолетом таскаться.
Вас не видят. Ты чё там плавишь? Блин. Всё плохо. Блин, я попал. Шавка, ты меня сдала. Плохой пёс. Давай. Отлично. Сейчас ведь еще сбегутся черти. Понятно. Ну. Давайте, но. Жаль, я дробовик выбросил. О, сгорело. Прекрасно. Все равно от них избавляться нужно. Вантус в толчке. Так, минус еще один. Давай, давай, шавка, иди сюда. Дробовик можно взять оттуда. Ой, у них миниган. Ни хрена себе они. Совсем охренели. Что-то я его не вижу. Где он? И шавка убежала. Я его не вижу. Может, он вообще внизу? Понятно. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Получилось. Пойдет. Ну чё, шавка, да охренеть, у них там миниган просто. Вот скоты, а. Ладно, хоть коктейль Молотова помог. Так, жареная собачатина. А нафиг я ошейник собираю? На нем... Не, мне показалось, что на нем броня этого. Миниган что весит? Он должен весить... Он должен был весить 0. Ну что-то он весит дофига, поэтому он отпадает. Не понимаю, где они разговаривают.
Внизу, что ли? Пачка сигарет. Я опять собираю мусор. Патроны. Кексики. Надо что-нибудь съесть. Сахарные бомбы весят 0,5. Ну ладно, съедим. И надо еще съесть сахарные бомбы. Отлично. Ну, собака не лает, знаешь, их поблизости нету. По логике. Надеюсь, это силовое ядро, которое нужно забрать. Подлец. Я хотел по стелсу подкрасться сзади. Что это за ужас? Ну-ка, не подходи. Это было страшно. Ну, это ужасно. Такой страшный противогаз. А, не знаю, надо дробовик, наверное, забирать обратно. Вместо карабина. Невозвращенная книга. Толку от этого карабина не особо. Вот там медведь военный в каске. Плюшевый мишка, армейский шлем. Давайте мишку возьмем. Только без шлема, да. Тут еще мишки. Скипидар. Так, ладно, мне туда надо идти, поэтому мы сейчас заберем. А, сейчас еще прошмонаем этот проход. Да, это назад на выход, поэтому сейчас силовое ядро вытянем. Ядерный блок заберем, да. Не силовое ядро, а ядерный блок. Кексы. Какой-то ланчбокс взял. Скипидар. Что еще нас ждет? Так, это нам не надо, это не надо, это пусто. Че с тобой? Блин, вот у меня кошка во время ремонта также падает и в пыли катается. Свинья та еще. Бейсбольная перчатка. Толком. Я не знаю. Да, желательно бы, конечно, двигать вперед, не обращать внимания ни на что это, но я люблю искать всякий лут. Просто это моя слабость. Это что, есть медальон? Что, издеваетесь, что ли? Да, и теперь мне надо вернуть той семье на ферму медальон. И сказать им, что да, я перебил всех рейдеров. Можете копать свои арбузы спокойно. Блин. Нижний уровень, да? Очко умения. Куда его вкачиваем?
Вообще, я бы с радостью докачал харизму до конца, потому что, ну, опыт дополнительный, да и вообще, нет, взлом надо идти. Сложные замки взламывать. Ну когда ты уже потухнешь? О, потухло. Тут нас ждут тараканы. Наши друзья с самого начала игры. Не, я помню, я думаю, что у каждого в квартире были тараканы, и помню, даже у меня когда-то в детстве были тараканы, но сейчас тараканы — это просто дефицит. Их в квартирах вообще редкость найти. Это причем реально, а особенно если там Wi-Fi врубают, то тараканы просто сбегают. Но у нас тараканы ушли еще до появления интернета. Так что я не знал об этом. Че? Деревянный глобус, металлическое ведро. Ключ от комнаты с данными. Серебряные карманные часы. Изолента. Нет, этого я не буду. Молоток я не буду брать. Так, осталось комнату с данными найти. Ой, тут радиация какая-то. Ради этого я туда полез. О, таракан наверху. Теперь нужно искать комнату с данными. Еще одно развлечение. Ладно, пойдемте поищем комнату с данными. Так, тут у нас ничего нету. Не-а. Я думаю, здесь комнаты-то нигде нету. Тут точно нету, это туалет. Ключ от комнаты с данными. Хоть бы писали, что ли. Сейчас посмотрим. А, это у нас в разном, по-моему. Ключ от комнаты с данными. От какой комнаты? С какими данными? Ключ от склада Карвеги. Даже жетон в метро есть. Subway, Бостон. Но и тут нет никакой комнаты. Ладно, пойдемте наверх. Валим отсюда. Идем отдавать медальон. Может быть, все-таки нас наградят чем-нибудь. Все-таки надеюсь. Да, должны. Там впереди как будто бы... Это что такое? Бомба. Что-то тут опасно уже стало как-то. Кратокрыса была заряжена бомбой. Жуть.
Там какой-то лагерь должен быть. Я просто по карте вижу. Я надеюсь, меня там не убьют, не загрызут. Не, нафиг. Давайте телепортируемся. Это было... Да, ферма. В принципе, сейчас закончу квест и можно завершать наше путешествие на сегодня. Центр хирургии. Татуировку сделать? Прикольно выглядит. Тошка собрать. Wait there. Hey. Come on. Вов, вов. Да. Так, я у них тут тошку пособирал, пока они не видят. Так, он в доме, что ли? Да, в доме, идем. Чувак, я добыл медальон. I've got that locket back for you. You serious? That's great news. Connie's gonna be speechless. Дали 100 крышек. Круто, мне скидку, они барыги, оказывается. Ну-ка. Кто мне там? Куда она пошла? Стой, женщина, ты же мимо прошла. Или я что-то путаю? У них котейка. О, можно брать. Типа я как бы в распоряжение, ну, в доверие вошел к ним, что ли. Just wanted to trade a few things. Okay. А, так он тоже торговец. Шпильки две, цена один. А ничего, у тебя только обмен, крышечек нету. Плохо. Во. Кони. Blake told me what you did for us, for Mary. I know it's not much, but any trading you want to do, I'll go easy on the price. Let me know if there's anything you want to take a look at. Да, мне нужны крышечки. Sure. 265. Вот это да. Вот это просто отлично. Что у тебя есть? Парик. Партия бетона. Партия древесины. Партия кожи. Партия удобрения. Нихера себе. Скипидар. Давайте чуть продадим, что ли. Не знаю, просто... Патроны нет, конечно же. Что тут есть? Визитка Пикмана. Ей не нужна она. Гладкоствол затвора. Штатный ресивер. Не понял, что это. Ладно. Этим я пользуюсь. Лазерный пистолет оставлю. Кстати, нам будет протестить его как-нибудь. Обязательно. В будущем. Пока что это остается в планах. Коробку сигар можно продать. Дерево, стекло, волокно, текстиль. Да, забирай коробку сигар. Вот этот карабин. Я думаю, продать его. Нафига мне нужен? Пистолетами справляюсь неплохо. Макароны с сыром. Радиация. Радиоактивные. Оставим пока. Модные очки. Пусть будут.
Мозгогрибы. Мыло. Мыло. Не, пусть... А, масло может быть. Пусть лежит. Может пригодиться. Что еще есть ненужное? Основная база. Отвертка. А, забирай отвертку. Мне просто нужны крышечки. Во, ошейник, цепочка, забирай. Папка, забирай. Патроны я тебе не отдам. Пачка сигарет, да, забирай. Пиво можешь тоже забрать. Плюшевый мишка, 2 стоит. Да, забирай. Руководство не отдам. Самому нужны. Сигару, скальпель. Скипидар пусть лежит. Жидкость тоже лежит. Что за стол сбой, я так и не понял еще. Ну пусть лежит. Один весит, 50 стоит. Татуировка пусть лежит. Миниган. Ага. Тоже 8 урона. Ну, в принципе, наверное, больше я продать ничего не могу. Остальное все нужно. Не, реально. ...966 крышечек. Прекрасно. Спасибо тебе, женщина. Ну, на этом я, пожалуй, и закончу. Даже можно беличьи сухарики пожарить. От радиации их избавить. Ну, напоследок, да, еды наделать. Нормальной еды, не отравленной. Не радиоактивная, очищенная вода пойдет. Я ее, конечно, не пью, но все равно. Ну что ж, все, ребят. На сегодня хватит. Всем спасибо. Всем пока. До следующей серии.